Хочешь выиграть 1 миллион рублей или поездку в легендарный Форд? Ищи промокоды в шоу «Форд Боярд». Вводи их на сайте fordboyard.sts.ru, выполняй задания и получай ключи. А за дополнительные задания ты можешь заработать боярды и обменять их на гору других призов. Смотри «Форд Боярд» в воскресенье в 17.00 на СТС. Ищи подробности на fordboyard.sts.ru. Чтобы победить свой страх, нужно знать, где его логово. И если на Земле есть место, где собраны все ваши кошмары, то это он — Форт Боярд. Многие годы он ждал новых героев, и теперь пришло время открыть им дорогу к золоту. Теперь я здесь хозяин. Золото Форта невозможно найти самому. Путь знают лишь проводники. Паспорту и пасмюрай. Золото Форта невозможно взять силой. Его охраняют тигры мадемуазель Моник. Золото Форта нельзя добыть хитростью. Ведь невозможно быть хитрее, чем старец Фура. Сокровища достанутся лишь тому, кто не боится бросить вызов Форту Боярд. Самые известные люди России готовы доказать, что страх над ними не властен. Мы не боимся! Но для этого им придется посмотреть ему в глаза. Сбросить маски. И показать себя настоящим. Все. О, Господи! Я больше не пойду никуда! Все, помнишь, мы же договорились друг друга поддерживать. Ребята! Молодец, справилась. И если они будут одной командой, то запомнят этот день навсегда. День, когда им покорилась легендарная игра. Добро пожаловать, Россия! Это Форт Боярд. Возвращение. Это место. Вы помните эту музыку. Вам знакомы эти правила. А теперь забудьте все. Потому что это не просто возвращение легенды, это начало новой истории. С вами месье Шнуров. Добро пожаловать в Форт Боярд! Команда суперзвезд штурмует форт ради золота, которое они хотят направить на благотворительные цели. Но сделать это они смогут, только если победят свои страхи. Александр Белькович, главный шеф-повар СТС, готов сделать вкусно из всего на свете. Однажды он даже приготовил змею и теперь боится мести. Александр Рогов, звездный стилист, отлично знает, какие цвета идут к бледному лицу. Но сам он бледнеет, когда под его ногами появляется пропасть. Екатерина Кузнецова, звезда сериала «Кухня», сегодня покажет нам, как должна вещать настоящая блондинка при виде скорпионов. Евгений Папунаишвили, хореограф и телеведущий, умеет пластично двигаться по паркету. Но больше всего боится, что так же пластично по нему будет двигаться змея.
Ольга Бузова. Все знают, что у змей нет слуха, поэтому они не слышали ни одной ее песни. Зато они не смогут не услышать ее крик, ведь она дико боится змей. Мы не боимся! Ты видишь? Да ладно, нормально все, нормально. А теперь еще раз, Оля, мы не боимся! Добро пожаловать в Форт Боярд. Заранее восхищаюсь тем, что вы согласились сюда приехать. Нас заставили. У меня сразу же вопрос. Оля, ты всех предупредила, что ты едешь на Форт Боярд? Да, я предупредила, я честно хочу сказать. Что тебе пишут люди? Ну, желает удачи. Пишет, выключи мозг и Бузову включи. На самом деле, чтобы преодолеть испытания форта, вы все должны быть одной командой, а не собранием 5 звезд. Вы готовы положить свое эго на алтарь победы? Конечно, да. Друзья мои, золото форта, за которым мы приехали, находится внизу, вот в той сокровищнице. Ее охраняют тигры. И там есть что охранять. Потому что в рублевом эквиваленте это 1 000 000 рублей. Ого. Нормально. Чтобы получить его, вы должны отгадать загадку форта, собрав для этого достаточное количество подсказок. А вот чтобы попасть в саму сокровищницу, вам понадобится 6 ключей. На 6 ключей у вас есть 40 минут. И они начнутся, как только мадемуазель Моник ударит в гонг. Мадемуазель Моник, сильвопле! Приготовьтесь побегать, форт большой, времени мало, задачи серьезные. Паспорту, веди нас! Мы не боимся! На первый этап у команды есть 40 минут. За это время нужно собрать 6 ключей, которые помогут открыть сокровищницу. Ключи находятся в кельях, и время на поиски каждого строго ограничено. Если кто-то из участников не успеет выйти из кельи до истечения времени, то станет заложником. И его заберет с собой главный тюремщик форта мистер Пук. Боже мой! Мамочки! Господи, что нам... Что это? Так. Ну что, друзья мои, добро пожаловать в наш парк аттракционов. Сейчас один из вас сядет в этот вагон, проедет по кругу и вернется. И все. Но уже в некотором роде не один. Возможно, там... вместе с ним приедет часть кода, который нужно передать команде, а уже команда откроет ящик с ключом. Команда пока не знает, что одному из них придется отыскать части кода от ящика с ключом среди скорпионов и тараканов, которые будут сыпаться на него в полной темноте. И сегодня в комнату страха отправляется Катя. Катя, давай! Ты готова? А, да! Катя, давай! Ты справишься! Давай, все будет хорошо. Первое испытание! Тише. Комната страха! Начинается через 3, 2, 1. Поехала! Мы не боимся! Катя, открой глаза! Да! Смотри! Сзади, осторожно! Не бойся! Я ничего не вижу! Поднимай скорпиона. Не бойся, сначала кулачек. Не дергай. Подождите. Вон у него. Вон. Смотрите, где подсказка. Вон она, на скорпионе. Вот она. На клешне. Бери его и пальцами прижимай. Я прижимаю. Тихо, аккуратно. Просто не бойся. Давай, оп, молодец. Открывай, смотри. Открывай. Еще смотри. Вот, нет. Откройте эту, что там. Вот. Пустая. Еще вот. Еще Катя. Молодец. Давай, открывайте. Еще. Да пусто! Две
подсказки пустые. А как? Давай, давай. Обе подсказки оказались пустышками. Это жесть. Это просто тараканы, кипец. Тараканы, господи. Вон, нет, вон, у тебя вон. Ближе, у тебя ближе, вон там, да, вон там, вон там, вон там. Мне кажется, у того подсказка. Открывайте быстрее, вот время быстрее. Уходит, сейчас подсказка она уедет. Вот это самый большой. Вот, вот, давай. Большой, 100% в самом большом, самая верная подсказка. Давай, давай. Снимай следующий, Катя, быстрее. Катя, вон он, есть код? Нет, пусто. Ты что ты будешь делать? Пусто. Есть там что-то. Цифры есть? 49. Быстро. Давай, давай, еще, еще. Время, время, время. Это там. Время. Давай. Первый 49, второй 37. Быстрее, давайте, может сгореть. Давай, набирай. Давай. Набирай. Открывай. Очень хорошо. Так, ключ отдаем паспорту. Как вы думаете, так же продолжите? Хотим. Хотим, ну, надеемся. Да. Настрой мы настроены на победу. Продолжаем путешествие по Форту Боярд. Да. Ищем ключи. Да. Паспорту. Сколько у нас ключей? Один. Вперед. Мы не боимся. Мы не боимся. Давай, 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 давай. Саша, ты шеф-повар. Я так понимаю, да. У нас в форте тоже есть свой шеф-повар. Правда, продуктов тут мало, и от скуки он немного, ну, того. Поэтому он готовит из всего, что найдет. Он уверен, что это шедевр. Нам ни в коем случае нельзя его расстраивать. Иначе он обидится и не отдаст ключ. Итак, вы готовы? Да. Да. Дамы и господа. Френдли. Кушать подано! Шеф Вилли, что ты им сегодня приготовил? Шпроты? О, что-то вкусненькое. Найс! Что-то старенькое. Консервы он нам приготовил. Ох, какой запашок, классный. Улыбаемся. Smells good. Ну что ж, условия простые. Повар Вилли предлагает вам съесть все это блюдо. Нет, пожалуйста. Поехали, давай, 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 время! Седьмого. Фу, ба-ба-ба. Реально. Подержите Сашу! Саша! 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 Передавай другим! Катя, давай! Я не буду. Давай, хватит мешать! Это вкуснятина! Давай! Давай! Ешь! Не могу, не могу.
Нет, неплохо, блин, просто человек. Время идет, время идет. Саш, ты можешь все ответить сам? Оля, давай! Это невозможно. Оля, давай! Это просто невозможно, это просто пипец. Давай, давай! Это просто пипец. Тебе хвост подержит. Фу, меня сейчас вырвет. Я не могу! Да это невозможно съесть. Я не могу, реально, я не могу. Ребят, меня тоже вырвет. Меня вы так... Ребят, нет, давайте мы побежим съесть, дальше. Да. Это невозможно, да, это невозможно съесть. Я это хотела выпить все заново. Итак, команда, ребят, я давайте. Правильно понимаю, что вы отказываетесь? Да, отказываемся, да, отказываетесь. Да, но да, это невозможно. Вилли, прости, не могут. Слишком вкусно. Ребят, подойдите ко мне, выходите оттуда. С этим испытанием вы не справились. Я, честно говоря, не знаю, кто бы с ним справился. Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно. Ключ остается у повара Вилли. Прямо сейчас Сашу Рогова забирают на следующее испытание. Давай, Саня. Саш, на дорожку хлебани, нет? Побежали дальше. Паспорту, сколько у нас ключей? Один. Мы отправляемся за вторым. Thank you, шеф! Thank you! Побежали побыстрее. Ну и вонь, господи. Вперед! Ну что, Оля? Нет. Мы нашли во Франции... Я не Оля. ...одного твоего фаната. Ого. Он мечтает тебе позвонить. У него есть сокровище, свой замок. Правда, у вас солидная разница в возрасте. Но если ты выйдешь за него... Звонок. Ты будешь Ольга Фура. Старец Фура. Подождите, нет, подождите. Сейчас ты войдешь в эту дверь. Нет. Увидишь там телефонную будку. Тебе нужно будет оказаться в ней и прислонить ухо к трубке. Из трубки будет что-то вываливаться, я знаю. Оттуда прозвучит загад. Пожалуйста. Всего лишь загад. Если ты отгадаешь ее... Сразу же получишь ключ. Мы верим в тебя. Подожди. Мы верим. Ой. Давай. Ребят, если я Оль, нормально, мы не боимся. Нам нужен... Мы не боимся. Да, все нормально. Давай. Я закрываю глаза. Говорите мне, если что-то падает. Слушай его вопросы внимательно. Ты первый человек, который крестится перед этой дверью. Если что, он католик, а католики крестятся вот так. Я вот так крестился. Я вот так крестился. Молодец. Все, спокойно. Оля, давай, мы не боимся. Испытание старт заслужаем для Ольги Бузовой. Три, два, один. Пошла! Где трубка? Залезай в будку. Боюсь, пожалуйста. Алло. 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 Ça va être bien. Вы говорите по-французски? Нет. Вы хотите отгадывать загадку или просто уйти? Я отгадаю. Почему вы так кричите? Ольга, Ольга. Я не могу. Итак, вот загадка. Каждый вечер мне говорят, что делать. И каждое утро я делаю, что мне сказали. Но все меня ругают. Кто я? У меня ничего. Пожалуйста, пожалуйста. Простите, ребята. Пожалуйста. Пожалуйста. Ой, подожди. Мы вместе, помнишь, нужно услышать. Ребята, все, ребята, она вылезла, ребята, уже все, забирайте ее оттуда. Все, подожди. Надо успокоиться. Я не сдумала, что... Время второго этапа не резиновое. Я вам говорил, 40 минут. Пойдемте. Уже прошло практически половина. Прямо сейчас мы отправимся к следующему испытанию. А Пасмюрай заберет Бельковича. Пасмюрай! Пасмюрай!
давай быстрее. Белькович бери. Давай, вот, Саша, пойдем. Все, ребята, давайте, давай, давайте. Давай. Паспорту, сколько у этой команды ключей? Это Форт Боярд! Возьмем его штурмом вперед! Все, выше нос! Дела у команды идут неважно. Три испытания принесли только один ключ и массу не самых приятных эмоций. Если и в следующем испытании участники не добьются успеха, то могут практически попрощаться с мечтой о золоте Форта Боярд. Бодрее подбегаем! Давай, ну, давай, ну, давай, ну, давай! Что, я еще никуда не ходил, сейчас пойду. У вас что было? Меня не тянет. Фух! Дайте-ка мне пройти. Где Саша? О! Его увели куда-то. Увели. Рогов, классный. Я не достала. Конкурс тебе выпал. Ничего страшного. Так, давайте займемся поиском ключей. У вас он по-прежнему один. Так что, Саш, вся надежда на тебя. Ключ всего лишь в 10 метрах от тебя рукой подать. Только вот проблема, что он с другой стороны форта. Прямо на отвесной стене. Пока вот здесь, в водяных часах, не истечет вся жидкость, ты можешь вернуться. Если не успеешь, ты будешь заложником. Я поверну таймер, как только ты вылезешь из окна. Все. Все, мы с тобой. Испытание «Небесная прогулка» начинается через 3, 2, 1. Пошел! Сашенька, давай аккуратно, аккуратно, аккуратно. Спокойно, спокойно. Давай, Саша. Нормально, Саша, давай. Сашка, давай. Молодец, молодец. Молодец, он боится высоты просто очень. Молодец. Аккуратно. Молодец, да, аккуратно. Да, да, да. Сашка, а если, давай, если... нам нужен ключ. Ключ нужен. Сашка, давай! Давай, вот этот сложный шаг сейчас чуть-чуть надо подвинуть. Ну, нормально, все в хорошем темпе. Есть время? Время есть. Время есть. Время есть. Вот уже окно. Давай, все. Давай. Все, финальное. Сейчас, он еще должен вернуться. И вернуться? Конечно. Вернуться? Если он не успеет вернуться, все, то все, он остается в заложниках. Сашка, поспеши! Не слышит нас, ё-моё. Так, все, взял. Сашка, давай, молодец! Давай, назад! Как только он поставит ноги на подоконник, давай, задание закончится. Можно ему передать, что быстрее? Можно ему передать, что быстрее? Саня, быстрей! Сашенька, быстрей! Саш, быстрей! Давай, 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 быстрей! Давай, ну, еще раз, два, раз, два. Ай, стоп. Наверх. Давай, Саня. Последние секунды уходят. Последние секунды, пожалуйста, давай. Все, все. Все, паспорту закрыл дверь на ваших глазах, потому что время вышло. Теперь Саша пленник форта. И у вас нет ключа. И нет Саши. И нет Саши. А на следующем испытании нас ждет другой Саша. Пойдем. Мы готовы. Паспорту, сколько у этой команды ключей? Да понятно, один. Хватит нас унижать. Веди нас к следующему. Это был мистер Бу, тюремщик, да, пошел забирать вашего товарища. Ключ-то у меня есть? Александр Рогов прав. Ключ есть у него, но не у команды. Ведь теперь они не одно целое. Александр не успел выйти из кельи до истечения времени и отправляется в темницу к мистеру Бу. Полегче, можно? Позже он еще сможет побороться за свою свободу. А пока команда продолжит поиски ключей без него. Ну что, друзья, Женю сейчас прямо заберет Пасмюрай. Пасмюрай! Давай, все, мы с тобой. Мы с тобой, не переживай. Саша Рогов в темнице. Белькович вон сидит в клетке. Это что значит? Впереди команду ждет испытание «Большой побег». Александру Бельковичу нужно найти ключ и сбежать из тюрьмы. Пока не настоящий. Но если Саша не пройдет испытание, то его ждет уже реальное заключение в темницу форта.
Потерять двух игроков на этом этапе значит практически лишить себя шансов на успех. Белькович просто обязан успеть выбраться и сделать это с ключом всего за 2 минуты и 30 секунд. Именно вы сейчас должны передать всю свою энергию Саше Бельковичу, чтобы он выполнил испытание «Большой побег». Так. Ого! Саша, ты слышишь нас? Да, слышу! Испытание «Большой побег» начинается через 3, 2, 1! Начали! Давай, пробуй, все, поднимай! Ключ, мне нужен еще ключ! Тебя отвлекать или... Опа, аккуратно! Там в туалете что-то, подними, посмотри! Так, что, может там? Залезь! Есть! Все! Давай, молодец! Все, так, дальше, аккуратно, не спеши! Аккуратно. Спокойно, выходим! Так, дальше проходи! Иди, ползи! Так! Ползком! Ой, она двигается! Быстрее просто ползи и все, не бойся! Ничего не падает, змеи нет! Белькович, давай быстрее! Ползи, давай! Ползи! Молодец! Так, тут лабиринт! Паутинка! Где? Смотри, где выход! Выход ищи! Да выход ищи! Вон, смотри, там замок висит! Направо! Замок лежит! Вот он! Так замок, да, мне нужен... Где могут быть замок, цифры? Вот. Какая-то лупа! Что там написано? Прочитай! Первая камера! Какие номера? В первой камере! Возвращайся назад! Возвращайся назад в ту камеру, там должен быть код! Точно код. Назад! Назад! Саша, время уходит! А ты тут болтаешь! Все! По лабиринту быстро пробегай! Беги! Давай, быстрее! Двигайся, не лежи просто беги! Времени мало осталось! Ползти надо! Давай. Здесь смотри, на стены на смотри! Стенах. Где на стенах? Смотри везде на стенах! 1900! Быстро возвращайся туда! 1984! 1984, давай! 1984! Давай! Давай! Быстро! Давай, мой хороший! Пожалуйста! 1984! Давай быстрее! Давай! Хватай ключ! Ключ наш! Ищи выход! Давай быстрее! Выбивай! Вот он! Мы здесь! Еще. Время на исходе! Давай быстрее, Саша, быстрее! Руками бей! Брось эту палку! Давай, молочи! Молодец! Мы здесь! Вылезай! Давай, вылезай! Давай! Ключ! Держи! Давай, Сашка! Боже, давай, ну хорошо! Давай! Саша, у нас есть ключ! Спасибо! Ты такой молодец! Блин, я туда-сюда сползал с холостом! Мамочки, плюй! Да ладно. Давай. Это я выбивал. Покажи это в камеру. Это Форт Боярд. Здесь все всерьез. Ну что, друзья, благодаря Саше ваши дела пошли чуть получше. Спасибо. Но пока Саша и Катя остаются радоваться, Олю забирает Пасмюрай. Пасмюрай! Давай, не сделаешь. Паспорту? Сколько у нас теперь ключей? Два! Пошли, побежали за ним. Что стоит? В конце первого этапа мадемуазель Моник ударит в гонг. До этого момента осталось совсем немного. У команды по-прежнему нет 6 ключей. Нужно бежать еще быстрее. Ну что, друзья? Это испытание в Форте Боярд называется «Тренировка Гагарина». Ага. И сегодня ее пройдет Женя. Я войду внутрь, чтобы дать ему последние указания. Сейчас буду. Женя! Женя, мы с тобой! Жень, все норм, мы с тобой, Жень! Жень, в армии служил, звание есть? Военная кафедра. Значит, лейтенант. Да. Молодец. Лейтенант Евгений, у тебя в руках планшет с математическими примерами. Ты сможешь открыть его...
и начать решать, как только запустится центрифуга. Хорошо. Ты должен набрать ответ вот на этой панели. Если ответ будет правильным, загорится зеленый сигнал. После этого ты сможешь сообщить этот ответ команде. Так. Он загорится у тебя вот здесь. Ага. Да? Если будет тебе совсем не в моготу, вот для этого есть красная кнопка. А ты сильно ее... будет это крутить? Сильно будет крутить. Да. Удачи тебе, Жень. Спасибо. Давай. Женька, давай! Женька, ты сможешь! Тренировка Гагарина начинается через 3, 2, 1. Пуск! 4801, 5201, 5301, 5301, плюс 10, 311, 5318, 5318, 5300. 18. Зеленый, да. 5318. 5318. 1. Давай 8 набирай. 5-3-1. Последний 8 набирай. Да вот он. 1-1. 8. Все! Есть! Получили! Есть! Ура! 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 Есть! Они сделали это! Да! Молодец! Молодец! Догоняй нас, Женя! Ты герой! Спасибо! Паспорту, сколько у нас ключей? 3! Вперед! Вперед! Пошли, 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 пошли! Оп, оп, оп! Где? А, фу! Так, что творится? Я ну-ка. Здесь! А! Стойте! Подождите, сейчас, подождите! Уже началось? Не поймайте меня только! Сбылась мечта хейтеров. Тихо. Кто-то распял Бузову. Вы всей командой должны тянуть за веревку, придавая Ольге движение и раскачивая ее как колокол. До тех пор, пока она не сможет дотянуться до кода. Код нужно сорвать, прокричать, а вы уже откроете ящик с ключом. Испытание. Колокольный звон. Звон, звон, звон. Начинается через 3, 2, 1. Звони! Отпускай. Давай, сейчас, подожди. Обратно! Отпускай. Давай, давай, давай. Аля, отпускай, отпускай. Мне кажется, тебе надо туда идти, нет? Слушай, может, я залезу тоже как-то? Сейчас, отпускай, отпускай, отпускай. Оля, тяни руку, тяни руку, доставай, руку пытайся тяни. Достать. Руку ой, тяни! Давай, сейчас! Давай, руку! Последний! Давай, давай, давай! Руку давай! Еще подожди, подожди! Ника! Последний! Ника! Сейчас достанет! Оля, доставай! Давай, давай! Еще разок давай! Давай! Руку! Еще разок! Давай, Оля! Сейчас, пожалуйста. Господи, я смогу. Давай! Давай, дергай! Давай еще! Все уже, нави. Что там? Что читай! Там? Два! Четыре! Два! Один! Два! Сейчас проверю! Два! Один! Давай два, еще! Стойте! Стойте еще раз! Сейчас! Давай быстрее, сгорит! Два! Шесть, четыре, два, один. Шесть, четыре, два, один. Шесть, четыре, два, один. Шесть, четыре, давай, 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 время. Да что ты правильно сделал? Два, давай, мне, все. Один. Есть. Оля, молодец. Браво. Я. Обнимашки, обнимашки. Круто. Оля, молодец. Оля. Оль, как ощущения? Как ощущения? 6, 4, 2, 1. А, вот такие ощущения, да? 6, 4, 2, 1. Оля накричала на целый ключ, а мы двигаемся дальше. Время первого этапа заканчивается, поэтому в темпе. Паспорту, сколько у них ключей? 4, 5.
сейчас... И падаешь, как будто бы в бездну. Ну все, вот. Страх. Вот что, что это делать? Трусиха я, трусиха. О, все, я пошла дальше. Куда? Ребят, на сбор ключей остались считанные минуты. Ребята! Молодец! А, да! Оля! Слушай, молодец! Оля! Время Оля, молодец! Ты герой! Мало осталось. Времени мало. Один из вас успеет пройти испытание, но я ему искренне не завидую. Потому что именно эта келья называется проклятой. Сейчас один из вас войдет туда и должен будет найти две вот такие вот металлические пластины. Там будут написаны цифры, надо сообщить их команде, команда откроет ящик и достанет ключ. Итак, в проклятую келью отправляется... Катя. Катька. Слушаем внимательно, слушаем сейчас Катю. Катя, иди сюда. Справишься. Отпусти Три, страхи. 3, 2, 1. Время пошло. Начали. Давай, все. Смотрим. Так. Так. Все, открывай, везде смотри. Там какая-то круг. Катя, с водой. Справа от тебя. Правую руку. Да-да-да, там посмотри, да. Есть? Одна есть? Нашла? Вот. Молодец. Честно. Скажи цифры. Кричи нам цифры. Сюда. Руку пускай сует. Нету? Пускай лучше поищет, лучше поищет. Если нет, пусть продолжает, времени мало, ребят. Мало времени, в полу посмотри, пол. Нет. Тут. За свечками. В шкафу посмотри, шкафы. Скажи, какая это бочка. Погоди. В полу посмотри, где пол. Скелет где? Справа, справа. Справа, вниз. Перед ней прямо, перед ней. Перед ней, перед тобой внизу. Вот здесь, вот пускай открывает. Мама. Давай. Там, там, 100%, 100% там. Так, нашла, как я достану? Да, нет. О. Там посмотри, поройся. Я не могу там рыться, там жесть. Остается очень мало времени, давай быстрей. Есть, нашла. Вылази. Быстрее, открывай, быстрее. Сейчас, дай. Какие? Подожди. 2, 6, 4, 3. 2, 6. Не торопитесь. 2, 6. О, боже. 4. Открывай. Тяни, тяни. Не 3, на 3. 2, 6. Быстрее, ребят, сейчас она сгорит. Да тихо. Давай. Есть. 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 Да, 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 да. Молодец. Давай сюда. Змеи были, что ли? Там были эти ящерицы или как они? И ты их ковыряла там чем-то, да? Я просто взяла ткань и молодец, давай, справилась. Молодец. Мадемуазель Моник ударила в гонг, друзья. А это значит, что 40 минут на сбор ключей подошли к концу. По итогам первого этапа у вас 5 ключей. Но какой ценой ваш друг Саша до сих пор в темнице? Нам нужно его спасти. Паспорту. Веди нас в зал теней! Ладно, погнали! Зал теней – самое мистическое место форта Боярд. Древние хранители ключей установили железные правила, нарушать которые не осмеливается никто. Здесь ценятся не столько сила и храбрость, сколько ум и смекалка. С их помощью команда сможет получить недостающие ключи. И главное – вновь увидеть своего друга, пленника форта Александра Рогова. О! 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 О, нет! О! Команда, добро пожаловать в зал теней. Вам нужны 6 ключей, чтобы открыть сокровищницу форта. Да. Но у вас есть только 5. Да. Мастера теней предлагают вам обменять одного из вас на 6-й ключ. Как только эта дверь закроется за добровольцем, отсюда появится ключ.
и вы сможете забрать его. А вошедший в зал теней участник вернется к вам только в случае своей победы. Кто из вас готов рискнуть собой ради команды? Что там будет внутри? Нет, тут важный вопрос, пригодится ли этот человек в дальнейших испытаниях. Понимаете? То есть впереди что нас ждет? И мы сейчас можем потерять того человека, кто в будущем будет важен. Мальчишка дело говорит. Да. Там змеи есть? Змеи, все боятся змеи, очень сильно боятся. Нет змей. Мне станет плохо просто. Иди, мы поняли. Там, ну маленькая змея, это ж не змея, правильно? Подожди, серьезно. Женя, теперь твоя команда точно получит шестой ключ. Но вот вернешься ли ты к своим друзьям, зависит только от тебя. Пойдем, я тебя кое с кем познакомлю. Ничего себе там. Все, давай. Все, ключ. Все. Все. Шесть ключей. Эй! Женя, знакомься. Мастер теней. Бонжур, мастер теней. Мастер теней не хочет с тобой разговаривать. Он хочет с тобой сыграть в игру, где ставкой является твоя свобода. Сейчас перед вами загорятся 12 огоньков трех разных цветов. И у тебя, и у мастера теней будет 10 секунд на то, чтобы запомнить их последовательность. После этого вы с помощью тумблеров должны будете повторить эту последовательность каждый на своей панели. Угу. Тот, кто первый ошибается, тот и проиграл. Понял? Да. Итак, запоминаем. Белый, синий, белый, красный, синий, красный. Белый, белый, синий, красный, красный, белый. Белый, синий, белый, красный, синий, красный. Белый, синий, белый, красный, синий, красный. Белый, синий, белый. В конце не запомнил. Все. Белый, синий, белый, красный, синий, красный. Белый, белый, блин, не запомнил в конце. Белый, белый. Синий, красный, белый, синий. Итак, давайте начнем проверку результатов. Белый. Синий есть. Белый у обоих игроков. Красный оба правы. Синий оба правы. Красный оба правы. Мастер теней ошибся. Есть! Есть! Я выиграл! Есть! Я выиграл! Есть! Тихо. Я выиграл. Мастер теней очень не любит, когда кричат. Пойдем, выйдем к твоей. Я выиграл. Женя думал, что он выиграл, а оказалось, что он выиграл. Я вас поздравляю, у вас 6 ключей. Это полный набор. Ура! Но! Нет, Саш. Вы не забыли, что в начале игры вас было 5. Саша. Сейчас я пойду и встречусь с Сашей в зале теней. Если он проиграет, то вернется в темницу и не сможет вам помочь в дальнейших испытаниях. Но если он выиграет, то он вернется к вам. Все. Так что откройте дверь. Thank you.
мастер теней. Это опять я. Мистер Бу, введите пленника. Саша. Ай. Добро пожаловать в зал теней. Как тебе в темнице? Ужас. Вижу, что не очень. Угу. Если сейчас ты обыграешь мастера теней, он дарует тебе свободу. Это будет непросто, ведь он хочет испытать твое чувство времени. Сейчас мы одновременно запустим эти два таймера. Я закрою их от вас с мастером. Вы должны почувствовать или посчитать, как кому удобно, когда истекут 15 секунд. И после этого нажать на тумблер. Чей результат будет ближе к 15 секундам, тот и победил. Я запускаю таймер через 3, 2, 1. Поехали. Ваше чувство времени с мастером теней разошлось кардинально. Сначала я открою результат мастера теней. Сначала я открою результат мастера теней. Так, окей, я, возможно, окей. 17.90. Буду смотреть. Твой результат. Вот это да! Я на свободе. Ты на свободе. Попрощайся с мастером теней. Счастливо. До новых встреч. Выходи. Да. Кого вы взяли в команду? Сашку. Что это за стилист такой? Я вообще не понял ничего. Самый лучший. Мы ждем его. Он здесь. Кого вы ждете? Сашку. Закрывайте двери. К сожалению... Ты серьезно? Серьезно. В зале теней был только один победитель. Его зовут Александр Робот. Внимание, команда, внимание. Змей не было? Нет. Господи. У вас есть 6 ключей. Да. Но этого мало. Подсказки. Подсказки, да. Предстоит еще ответить на загадку форта. Для этого вам нужны подсказки. Да. У вас есть 20 минут. И они начнутся, как только мадемуазель Моник ударит в гонг. Но сначала я позову Пасмирая, чтобы он забрал сразу двух Александров. Ты ёшкин кот! Пасмирай! Давайте, парни. Саша. Саша. Сашки. Я вам сейчас мы с вами. Мы, парни, вы лучшие, парни. Ну что ж, команда. Да. Мы начинаем третий этап испытаний. Вперед за подсказками. Паспорту. 6 ключей, 0 подсказок. Но сейчас все будет по-другому. Ё-моё. Ого. Ну вот, впервые Саш, ты шеф-повар Белькович сам оказался в микроволновке. Ты нас слышишь? Ты нас слышишь? Слышу. Супер. Но плохо. Эту страшную штуку, ребят, мы называем субмарина. Потому что здесь можно ощутить себя настоящим подводным жителем. Саша, у тебя в руке ключ. Ты должен открутить им затвор трубы того же цвета, найти там следующий ключ, открутить следующую трубу. И так до тех пор, пока не найдешь код. Господи. Когда я нажму вот эту красную кнопку,
Вайда начнет сливаться, и это будет означать конец испытания. Испытание субмарина начинается через 3, 2, 1. Сашка, давай, Сашка. Начали! Давай! Открывай, открывай. О, как быстро вода поднимет. Ой, мама. Молодец, молодец. Блин. Сашка, давай, 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 блин. Это змея. Господи, собирай ключ, вот там ключ. Господи. Это все. Господи. Саша, молодец. Они не кусаются. Это змея. Молодец, молодец. Давай, давай, давай. Какой молодец. Молодец, Саша. Красавчик, да. Умничка, умничка. Да нет, никого нет. Молодец, нормально. Молодец, Саня. Воздух бери. Молодец, еще одна! Давай, о, господи, Сашка, молодец, молодец, молодец! Блин, это вообще, это нереально сложно! Быстрее, давай, Саша, давай, время давай, заканчивается! Давай, еще разок, давай, ныряй! Давай, мы с тобой, Саша! Сашка, давай, 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 блин! Давай, Саня! Кот, да давай, блин, покажи! Давай, давай! Покажи! 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 8-5-3-2! 8-5-3-2! Есть! Есть, есть, есть! Все, есть. Все! Есть! Не надо суетиться просто, не надо! Благодаря Саше у вас уже есть первая подсказка. Не надо суетиться. Паспорту, сколько у этой команды подсказок? Одна. Я бы умерла. Но мы отправляемся спасибо, дальше. Спасибо. Вперед! На паспорту! Саша! Ребят, что у происходит? У нас есть подсказка, у нас есть одна подсказка. Да! Ну что ж, друзья. Саша, ты просто герой. Саша, ты уже просто Саша победил, понимаешь? Благодаря ему ты подсказка супер. У нас есть. Саша, посмотри, что предстоит твоему тезке. Серьезно. Я даже не знаю, что страшнее, змеи или... Сейчас Сашу запустят в океан с катапульты. После того, как он вылетит, он должен будет подтянуться и отстегнуть подсказку, закрепленную у него в ногах. Сейчас, Саша, я дам тебе в руки кнопку, и только тебе решать, улетаешь ты в океан. О, это вообще... или просто загораешь. Саша, готов ли ты это сделать ради команды? Я готов. Я не буду думать. Я хочу сделать то, что у меня еще нет ни одного ключа, я еще ничего не заработал, я посидел в тюрьме, хочу достать подсказку. Я готов. Прекрасно. Попрощайтесь с Сашей. Саша, мы тебя ждем. До скорой встречи. Все, давай. Все будет хорошо, ждем. Мы тебя ждем. Саша, принимай решение. Все, тихо все. Жень, иди сюда. Три! Девять! Девять! Четыре, шесть! Три, девять, четыре, шесть! Девять! Четыре, шесть! Четыре! Просто полный пипец! А сейчас двух следующих героев заберет Пасмирай.
забирай Женю и Катю. Ё-моё. Ребят, давайте. Ребята, давайте. Ребят, давайте. Паспорту. Давай держать там! Две подсказки! Бежим за паспорту. Ребят, Форт Боярд — это по-настоящему все. Форд любит тех, кто не сдается. Уже собраны 6 ключей и 2 подсказки. А с каждой следующей добытой подсказкой золото Форта Боярд станет еще немного ближе. Мало половин, мало половин. Счастливая бумажка моя новая. Это просто... Саш, молодец, нереально. Саш, спасибо. Сань, молодец. Оля. Спасибо. Оля, я Оля. Меня зовут Оля. Да. Я знаю. Ты известна всей стране как человек, на которого равняются все молодые девушки, молодые люди. Под каждым твоим постом люди пишут, что ты их вдохновила, что они тоже хотят меняться, что они готовы перестать бояться и начать делать. В этом подвале. Господи. Мама. Страх миллионов людей не только в России, но и в мире. Пожалуйста. Я хочу... Что? Чтоб ты вошла туда и еще раз доказала, что Ольга Бузова способна на все. Просто скажите, что там. Ты зайдешь и увидишь. Там змеи, тараканы. Нет, ну что, ну нет, ну не может же быть, уже было. Ты увидишь две записки с половинками кода. Змеи. Нет, возможно, там... Змеи. Змеи, да? Просто скажите мне. Оля, он не скажет. Тебе нужно найти две половинки кода. Две? Подождите. Крикнуть его нам, и мы откроем ящик, где лежит подсказка. Паспорту, открывай. Господи, пожалуйста. Дверь. Господи. Выдохни, и все сделай. Если будет страшно, выходи. Спокойно. Мы ждем номера. Спокойно. Мы ждем цифры. Нам нужны цифры. Вся страна ждет твоего подвига. Господи. И смотрит. Парни, парни, я вам клянусь. Дыши, я... пожалуйста, дыши. Господи, пожалуйста, спокойно. Простите меня заранее. Я просто хочу поехать. 3, 2, 1. Все будет нормально. Время пошло. Дыши спокойно. Главное, без паники, Оль. Все видим. Никого там пока нет. Техническое помещение. Все. Никого вокруг нет. Спокойно вылезай. Это подводная лодка. Оль, будь готова. Сзади 2 питона. Пожалуйста, выдохни и нормально дыши. Ищи везде. Оль, оглядись. Брать этого питона и смотреть, что под ним. За середину бери. За середину этот. Давай, 3, 4. Спокойно, не тряси. Опа, смотри, какая приятненькая, хорошая змейка. Тут нету. Оль, отлично держишься. Молодец. Я не могу открыть, тут змея. Зараза, прицепилась. Вот, видишь, что, как смотри, ты хорошо. Спокойно, открывай. Молодец, молодец. Открывай. Ах. Бери каждую и откладывай в сторонку. Давай, они добренькие. И добренькие. Посмотри под ними. Смотри, какие. Вот, не бросай, держи крепко, спокойно. Все супер. Без резких движений. На любой змее. Без резких движений. Смотри, может, там на брюшке у них я есть. Я смотрю. Она смотрит, все хорошо. Бери сейчас. Рукой за центр. За хвост и за голову не хватай. Ой, смотри, какая красивая. Ты нравишься. Нету. Нету нигде, парни, нету нигде. Есть, есть, есть. Тихо. Есть, тихо. 5, 8, последний. 5, 8, последний, давай, добирай. Давай, давай с ней разговаривай. Так, а парни, тут столько змей, куда смотреть? Отлично, крупных бери. Давай. Господи, за что? Ничего там нету, да? Нету, парни. И просто перекладывай. Перекладывай тихонечко, пускай себе живут там своей жизнью. Отлично, смотри, все, ты уже потрогала 100 змей, тебе не страшно. А вот справа туда? Рядом у тебя змея наверху. Вот это? Нет, да ты чего? Может, там кот? Нету. Еще здесь одну скрученную. Где скрученная? Скрученная там. Вот скрученная. Давай, возьми ее. Наверняка там. Как раскрутить змею? Такого не говорили, не написано. Давай, бери и раскручивай. Аккуратно, без паники. Я раскручиваю, Оль, девочка ты моя. Так круто смотришься с этими змеями. Офигенно, молодец. Паш, прости меня, прости. Да крути, она нормальная. Там нету бумажки. Да нету там нету бумажки, ребят, нету. Давай левее, вот в углу левая. Вот это? Да, попробуй ее. Под ней посмотри. Посмотри под ней. 1, 3.
1-3, отлично! Выходи быстрее! Аккуратно выходи! Есть! Давай вытаскивай быстрее! Отлично! Оля! Оля, спокойно выходи, спокойно, все-все-все! Есть! Все, есть! Все, все, есть! Все. Супер вообще! Ну все, ты победила эту все. Ерунду, фу! Фу! Класс! Не сдевайтесь! Мы прощаемся с этим страхом, все? Нет, никаких змей больше никогда. Я мокрая вся. Ты приехала в Форт Боярд, чтобы посмотреть в глаза своему страху. Я тебя поздравляю. Ты это сделала и принесла своей команде подсказку. Ты крутая. Знаешь, как это было круто. Сколько у нас не подсказок? Просто не представляю. Сколько? Да! Три! Давай. Мы отправляемся к последнему испытанию этого этапа. Давай, 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 давай. Отлично. Женя! Женя, я со змеями была! Женя! Ты взяла подсказку? Она нашла подсказку. Она взяла подсказку. У нас их три. Под питоном? Да. Ольга только что поборола свой главный страх в жизни. Просто взяла его и съела. Хочешь, я подарю тебе на день рождения питона? Лучше подари мне подсказку, да. Чтобы мы выиграли. Ребята, это будет лучший подарок, милая. Мы сделаем все. Говорят, мужчина и женщина в отношениях должны поддерживать друг друга. Вы не в отношениях, вы просто друзья. Но сейчас вам придется поддерживать друг друга как никогда. Ваша задача – пройти над пропастью, забрать первую половинку кода на середине каната и вторую ближе к концу. Но у вас очень-очень мало времени. Вы готовы? Да. Три, мы спокойно. Два, мы спокойно. Один. Пошли! Молодцы. Почувствуйте. Часы? Как она двигается. Опа. И опирайтесь друг на друга. Поймайте баланс. Молодцы. И супер. Все, давайте. Молодцы. Держитесь. Спокойненько. Не торопитесь. Ногу плавненько переставляйте. Как скользить. Один шаг, второй ждет. Катя шаг, Женя ждет. Давайте попробуем так. Не, они сейчас почувствуют, как им удобнее, я думаю, почувствуют. Так, вот. У Женя... Вот, да. Сейчас Женя шаг, Катя шаг. Вот я по очереди. Да. Женя, мы молодцы. Да, Женя все шаг, супер. Все супер. Катя шаг, молодцы. Женя шаг, Катя шаг. Молодцы, ребят. Половина до первой подсказки вы прошли. Больше молодцы. Даже, чуть-чуть ура. Осталось. Все, 1/4. Так, молодцы. Идем. Шажки давайте поширше. Вот. Не торопитесь. Женя, тихо. Не паникуй, все хорошо. Дышим и смотрим вперед. Держитесь. Друг на друга. Слушай, ну не, спокойно, спокойно. Это ветер подул. Здесь такой ветер. Не паникуем. Делаем все точно так же. Давай тихонечко. Держись, обопрись на него. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Сильно не дергай, постепенно. И сразу за плечо ему обратно. Руку. Дернуть за шарик надо. Молодец. Вот, тихо. 4-6. 4-6, первые 4. Я вижу 4-6. Все, спокойно идем дальше. Ребят, времени очень мало. Тихо, Сережа, пожалуйста, дай нам. Ну, они очень боятся. Видишь, они... Нет. Тихо. Молодцы, все супер. Жень, попробуй шире делать движение. Прям по веревке скользи. Вот, у тебя ноги длинные. Вот, супер. Вот. Отлично, молодцы. Отлично, вообще. Вот так же дальше. Держите темп. Идеально. Жень, шире. Не бойся. Так, ветер. Молодцы. Жень, не бойся. Не, спокойно, успеваем. Шагай широко, как Катя. Успеваем. Прям скользи. Все супер, осталось чуть-чуть. Подсказка. Ребята, 10 секунд. Идем. Женя стоит, катит, берет двумя руками, как в первый раз. Спокойно. А нет, Жень, сейчас, тебе Женя, проще будет взять. Держись за Катю. 8-2. Сгорело. Блин, мы не успели, 8-2. Она сгорела. 8-2. Прошло время, да? Пошли. Ребят, вы такие молодцы, что вы справились с заданием, но у нас сгорела подсказка. Ребят, прозвучал гонг. Это значит, что третий этап закончился. Золото форта уже ждет, когда вы опустите в него свои жадные ладошки. У вас будет 3 минуты в сокровищнице. Паспорту, веди нас. В
всего 3 минуты, чтобы покорить сокровищницу форта Боярд. Или целых 3 минуты, чтобы получить золото. Смогут ли Ольга, Катя, Женя и 2 Александра стать первыми победителями в новой истории форта на СТС? Узнаем совсем скоро. Бузова, Кузнецова, Рогов, Папунаишвили, Белькович. Первые, кто спустя много лет не побоялся переступить порог форта. Они прошли через многое, чтобы дойти до конца. Но покорится ли им золото форта Боярд? Давай, 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 давай! Последний рывок! Перед вами, друзья, святая святых форта Боярд. Сокровищница! Сейчас вам предстоит войти туда, но прежде я спрошу, изменилось ли ваше мнение друг о друге после всех пройденных испытаний? Не изменилось, а подтвердилось. Подтвердилось. Что один за всех, а все за одного. И на самом деле мы подтверждаем факт, что Бузова настоящая. Она реальная, со своими страхами, со своими мыслями. Она их поборола. И мы реально, мне кажется, слезы сегодня все сделали то, на что мы в жизни бы никогда не решились. Никогда не решились. Поэтому это спасибо правда. Большое за этот шанс. Да. Я рад, что вы говорите «мы», мы. А не «я». Мы, гордимся. Конечно. Вы настоящая команда. Впереди последнее испытание, и в нем вы должны быть единым организмом. Уже. Для начала. Мадемуазель Моник, уберите тигров. Команда, я прошу вас вставить 6 ключей, которые вы получили в ходе ваших испытаний. Я вставила. Молодец. Все, мы вставили. Команда, как только я опущу этот рубильник, ваше время начнется. Не паникуй, не нервничай. Да. Вы должны открыть ваши 3 подсказки и попробовать угадать загаданное слово. Хорошо. Если 3 подсказок вдруг окажется вам недостаточно, пожертвуйте одним из вас и возьмите дополнительную подсказку вот там. Мы должны Хорошо. Быть уверены в слове. После того, как вы угадаете это слово, вы должны войти в сокровищницу и обозначить это слово, встав на буквы. Если слово будет больше, чем у вас есть человек, возьмите ядра. Вам все ясно? Да. Идите и возьмите золото форта Боярд! Да! Время! Начинается через 3, 2, 1! Начали! Оля, Катя, идите сюда. Поворачивай ключом. Все, быстрее. Открывайте пока. Катя, держи, разворачивай. Разворачиваю, не паникую. Тепло. Не паникую. Тепло. У меня печка. Тепло. Язык. Разговор. Тепло. Нет, камин. Шашлык из языка. Нет. Нет, не камин, потому что печка, камин одно и то же. Тепло, печка. Подожди, тепло, итак, печка, язык. Камин, пламя, огонь. Огонь! 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 Да. Язык, огонь. Язык огня, да. Язык огня, тепло, огонь! 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 Огонь. Подождите, тут, может быть, время уходит, ребята! Подожди, это пламя или огонь? Огненный, пламенный язык. Пламенный язык, печка. Давайте огонь. Это проще. Огонь. Огонь. Время уходит. Давайте, давайте, давайте. Распределяй нас. Оля. Распределяй. Оля, становись на О. Вот здесь. Иду. Женя, становись на Г. Катя на О. Ты на Н. Н, Н. Ищите Н. Вот. Становись на Н. Мягкий знак. Ищите. Вот. Так, это слово... Огонь! Огонь! Огонь. Вы уверены в своем да. ответе? Да. Каждый назовите букву, на которой стоит. О! Г! О! Н! Мягкий знак! Я прошу, мадемуазель Моник, поверните голову тигра. Берите на руки!
Катя на руки к Жене. Давай закидывайте, закидывайте. Да как кто ему помогать закидывать? Ким закидывать помогает? Так, деньги. Катя, ну, деньги, деньги, деньги. Давай, кидаем, да. Кидаем. Давайте, давайте. Давай, сначала закидываем все вместе ей. Да, отпускаем вас и закидываем в путь в эстации. Еще больше. Давайте больше. Давай. Больше, больше. Давай, больше, еще, давай, еще. 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 Еще, еще. Бегите уже, все. Да еще, давай, кидай. Конечно, конечно. Давай, все, еще. Бегите. Давай, бери ее. Беги, бери ее на руки. Ребята, ни одной монеты вы пока не принесли. Я по чуть-чуть, я по чуть-чуть. Давай, давай. Пойдем дальше. Бежать еще. Я тоже закидывала. Сашка, держи. По моему сигналу дверь начнет закрываться. Давай, все, Саня, уходите. Давай, закидывайте все, уходите. Все сюда. Давай, сюда, кидайте. Давай, сюда. Давай, давай. Беги. 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 Это просто нереальное приключение. Я ухнул, просто, ты видел, мы чуть не упали. Просто мы чуть не рухнули с тобой. Ты понимаешь, что я спас вообще ситуацию? Ребят, видите? У меня просто в какой-то момент руки перестали сгребать все это. Но мы сначала ступили капитально, помнишь? Мы ступили, мы ступили. Я легла к нему на ручки, а нам никто деньги не платил. Мы же это обсудили сразу, что невозможно. Ну кто, один же не сможет, двоим нагребать. Ребят, неважно, сколько мы заработали, я считаю, что сейчас был просто невероятный день. Ребят, ну вам будет что рассказать детям и внукам. Я вас поздравляю! Я хочу детей! Спасибо! Мы не боимся! Браво! Браво! Молодцы! Молодцы! Реально не испугались, это очень круто. Ваши подсказки были печка, язык, тепло. Да, мы угадали. Вашим словом было огонь. Огонь! И я вижу, как огонь горит в вас. Вы одна команда. И сегодня вы взяли золото форта Боярд. Да. Подбирай паспорту, помогите Давай. Нам посчитать выигрыш. Ребят, это очень много. Нормально. Это много, да? Это много. Давайте узнаем, сколько в рублевом эквиваленте заработала ваша команда. Внимание на табло. Там змеи не будет? Нет. Все позади, Оль. И ваш выигрыш 697 тысяч 830 рублей. Расскажите мне, как вы потратите эти деньги? Мы хотим отдать этот выигрыш в фонд Константина Хабенского. Мы хотим сделать благое дело, потому что мы это делали не ради... Всю сумму? Мы Абсолютно, всю сумму, да. Тогда 697 830 рублей отправляются на благотворительность в фонд Константина Хабенского. Спасибо, команда, за ваш поступок. И спасибо вам лично от меня за эту игру. Спасибо. Спасибо. Форт Боярд только кажется телешоу. На самом деле сегодня каждый из вас победил себя вчерашнего. Теперь вы уже люди завтрашнего дня. Без тех самых страхов встречайте новых себя. А Форт будет ждать новых героев. Ведь легенда вернулась на СТС. С вами был месье Шнуров. Аривуар! Аривуар! Come on!
смотрите в следующей серии. Будет интереснее, страшнее и жестче. Нифига себе! Ситуация патовая. Ребята, нам нужно выиграть. Это невозможно! Форт Боярд. Главное просто выжить.